Муниципалитеты республики продолжают подводить итоги социально-экономического развития. Сегодня обсудили результаты работы и планы на будущее Чебоксарского района. Какие приоритеты перед местными властями обозначил глава Чувашии? Подробности в следующем материале. Близость к столице республики и прямой выход на федеральную трассу отражается на развитии экономики. Чебоксарский район активно привлекает инвесторов. В прошлом году было реализовано 16 проектов, создано более 140 рабочих мест. Реализация еще 32 проектов будет продолжена в текущем году. Так, один из крупных проектов района является строительство тепличного комплекса «Новочебоксарск». Проектной стоимостью 6,6 миллиарда рублей. В муниципальном бюджете увеличивается доля собственных доходов, в основном за счет налогов. Но и потенциал большой. Не очень эффективно работает статья «Аренда земельных участков». Здесь намечается растущая задолженность. Вставайте теперь, будем взыскательно подходить. Если не освоили, не выполнили обязательства, расторгайте все эти арендные договора и выставляйте по новой на продажу. Заработайте деньги. Инструментом развития муниципалитета должна стать и программа инициативного бюджетирования. Только в Чебоксарском районе в этом году намерены реализовать более 20 проектов. Когда человек вкладывает свой рубль или свою копейку, любой объект, введенный, отремонтированный, по-другому ценится. Человек говорит, я тоже здесь принимал участие, вложил свои заработанные деньги, это очень важно. Поддержка муниципалитета будет увеличиваться, отметил Михаил Игнатьев. В республику продолжают поступать дотации из федерального бюджета. Вот по этому году мы с федерального бюджета получаем 23 миллиарда, почти 400 миллионов рублей. Это с плюсом к уровню прошлого года на 21,5% больше. Вот эти средства мы в задачке не держим, все отправляем получателям. Они все являются участниками государственных наших программ. Немалые суммы в этом году планируется направить на ремонт дорог, строительство новых ФАПов, модернизацию домов культуры и благоустройство улиц. Дмитрий Ковалев, Республика.